Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Еще два судьи уехали из Кировской в Запорожскую область. Они сделали это вслед за бывшим руководителем второго арбитражного апелляционного суда Владимиром Устюжаниновым, который был назначен председателем арбитражного суда Запорожской области. Кировские коллеги Устюжанинова Илья Караваев и Николай Панин стали теперь его заместителями в Запорожье. Указ о назначении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Экономика. Обувная фабрика в Кирове увеличила производство в 106 раз. Сейчас компания «Лель» входит в топ-5 крупнейших производителей страны в сегментах детской обуви и обуви специального назначения, отмечают в областном правительстве. На предприятии работают две производственные линии. Ежегодно появляется по 50 новых моделей. За последние 25 лет фабрика нарастила объемы производства в 106 раз. Сейчас ее продукция продается во всех регионах России, странах таможенного союза и в Монголии. В эфире «Экономика». 12 тысяч рублей обходится сбор ребенка в школу в Кировской области. Таковы результаты исследования специалистов сервиса «Суперджоб». Они посчитали, сколько нужно потратить на школьную одежду и обувь, спортивную форму, рюкзак, канцелярские принадлежности на одного ребенка. Дороже всего обходится подготовка к 1 сентября в столицах по 15 тысяч рублей. В Екатеринбурге сборы в школу обошлись семьям в 13 600, в Казани в 13 500 рублей. Наиболее экономно можно собрать ребенка в школу в Волгограде за 11 300 рублей. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».